течение этого года производственные площадки крупных и средних сельхозпредприятий области должны заметно преобразиться. Требования к их благоустройству уже разработаны. Крайний срок для наведения порядка – 1 декабря 2017 года. Когда профессия больше, чем работа, 36 сельских работников культуры региона вошли в число победителей федерального конкурса. Сотрудники ДК, библиотек и музеев области получили денежное поощрение. В регионе взялись за развитие самого интеллектуального вида спорта. В Белгороде после ремонта вновь заработал шахматный клуб. В планах 2017 года – открытие сети кружков шахмат в школах области.